В редакцию нашей телекомпании обратились жители деревни Голованово, которая расположена в Клепиковском районе Рязанской области. Как они пояснили, уже более 15 лет здесь люди испытывают проблемы с дорогой. Любой автомобиль, который попытается здесь проехать, рискует застрять в яме или заглохнуть в луже. Машины буквально утопают в воде. Самый ужасный участок – это от поселка Ольгина до Голованово. Там просто невозможно проехать. Местные жители неоднократно обращались во все инстанции для того, чтобы дорога была приведена в нормативный порядок. Однако ничего не изменилось. Возможно, эти ямы и огромные лужи хотя бы засыпать гравием, щебнем или, может быть, какие-то бетонные плиты положить. Никто не просит там заасфальтировать дорогу. В деревне Голованово живет не очень много людей. У них нет интернета, а телефонная связь очень плохая. Единственным сообщением с миром для местных жителей остается дорога. Однако, по словам местных жителей, до Голованово не может проехать даже автолавка. А совсем недавно один из местных жителей не смог дождаться врачей, которые застряли на своем автомобиле в грязи. Недавно там был случай, что человек умер, сосед, потому что не дождались скорой помощи, она добиралась 4 часа. До этого тоже, когда вызвали скорую там одной бабушке, соответственно, вместо скорой помощи приехала машина пожарная, так как скорая помощь просто не в состоянии была проехать. Жители деревни Голованово очень хотят, чтобы на их проблему обратили внимание, ведь связь с городом им может потребоваться в любой момент. Кроме того, проживающих там людей часто навещают родственники. Они уже привыкли помогать друг другу на дороге, как они сами признаются на данный момент. Поэтому бездорожью обычная машина пройти не может. Для этого подойдут только большегрузы, такие как КАМАЗ или Урал. Но большинству обычных людей они недоступны.